За прошедший год специалисты регионального отделения фонда социального страхования выявили 9 поддельных больничных листов. Несмотря на строгость наказания и ограничения в распространении бланков, фальшивки продолжают появляться в Мурманской области. В интернете сегодня можно обнаружить множество сайтов, которые предлагают недобросовестным работникам организовать себе небольшие каникулы, купив бланк больничного листа. Большинство из них – подделки. Отличить настоящий листок нетрудоспособности от фальшивки просто. Бланки имеют водяные знаки и микротекст. Они отпечатаны на специальной бумаге, содержащей защитные волокна трех цветов. Каждому листку присваивается уникальный индивидуальный номер. За подделку грозит серьезное наказание – от увольнения до уголовной ответственности. Тем не менее, желающих приобрести поддельный бланк меньше не становится. В 2016 году в Мурманской области было обнаружено 9 фальшивых больничных листов.